Вот я когда с вами беседую, вот такая рассудительная девушка, что мне кажется, жизнь как раз предсказуема в вашей системе координат. Нет, для вас она тоже непредсказуема. Вы знаете, если бы я была такая рассудительная и могла бы четко все планировать, ну, наверное, у меня не было бы 10-летнего романа, который было бы понятно, что он не окончится ничем, тем более рождением 2 детей. Uh-huh. Вот я думаю, что если человек планирует изначально, то в его жизни ничего не произойдет. Uh-huh. Я не планирую. То есть я планирую учебу. Я планирую, и то я не планировала, что моя дочка пойдет в британскую школу. Я абсолютно так, Мария Олеговна пошла уже в британскую школу? Да, в Москве. Так ей ведь 7 лет всего, нет? 6,5 лет. 6,5, да. А там вообще с 4 лет. Она пошла позже. Вот так это вот. Было спонтанное решение. Ребенок. Абсолютно. Нет, она счастлива. У вас почему-то тема несчастья. Вот просто это с чем нет, связано? Ну, нет, это со школы нет. Ну как, с 4 лет школы. Знаете, она счастлива при этом. Школа это кошмар. Для наша любого школа, ребенка. Да. Вы никогда в британскую школу не ходили? Нет. А дети ваши в какой школе учились? В советской. В советской? Да, даже не в российской, а в советской. Угу. Вот, вы просто, может, придите как-нибудь, посмотрите, что есть какая-то альтернатива, и что люди бывают счастливы при том, что они занимаются. Я не знаю, как в вашей профессии, насколько вы счастливы в том, что вы делаете, и нравится ли вам общение в принципе с теми людьми. Когда к нам приходят такие красивые актрисы, мы счастливы. Вот, понимаете, я... Может быть, я почему на эту тему стала говорить? У меня ощущение, что все плачут в последнее время. А вместо того, чтобы понимать, что можно быть счастливым просто от того, что близкие твои живы и здоровы. Ведь, понимаете, мы страдаем, когда нет настоящего несчастья в жизни. Когда возникает очень серьезная проблема, все наши сопли, вопли, они становятся неуместными, мелкими и, как бы сказать, ничего не стоящими. Понимаете, это вот есть точка отсчета какая-то, когда ты понимаешь, все остальное ерунда. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.